Итак, это у нас Арифлейм. И самая первая выгода, которую вы получаете, регистрируясь в компании, это 20% скидки, как минимум, да, на весь ассортимент. Если там период каких-то акций и прочее, то скидки достигают и 80 даже процентов, и 85%. Когда вы приглашаете людей, да, когда вы рекомендуете, то же самое в нашей жизни постоянно случается сетевой маркетинг, когда, например, вы посмотрели интересный фильм и рассказали об этом своим знакомым, друзьям, они пошли тоже посмотрели, тем самым вы поток людей, да, поток дохода кинотеатру устроили, но никак с этого ничего не имеете вы лично. Здесь же какая схема? Вы порекомендовали продукцию компании, 10 человек, допустим, пришло, да, тоже пользоваться 20% скидкой, приобретать продукцию для себя напрямую от производителя высокого качества. И, допустим, вот эти вот 10 человек, они разместили заказы и что-то там себе приобрели на 3000 рублей. Ну, в среднем, да, это такая нормальная сумма, которую тратит человек в месяц на средства гигиены, на парфюмерию. Иногда даже один парфюм, да, стоит столько, люди покупают и там за 6 тысяч, за 20 тысяч. Так вот, если мы посчитаем, да, 10 человек умножить на 3000 рублей, это у нас получается 30 тысяч рублей. Это создался товарооборот для компании благодаря вам, да, благодаря тем людям, которых вы пригласили. И компания вот с этой суммы, с 30 тысяч рублей, вам выплатит 10%. Да, помимо того, что вы пользуетесь 20% скидкой на весь ассортимент, она еще вот с этого товарооборота вашей группы вам выплатит 10%. Соответственно, это приблизительно будет 3 тысячи. Ну, почему приблизительно? Потому что еще различные бонусы, бывают премии и так далее. Вот это ваш доход. Но эти люди, они также приглашают других людей, да, они также делятся информацией, они также делятся, что продукт классный и так далее. То есть не обязательно даже дальше будет ваша клиентско-партнерская сеть расти только за счет того, что вы кому-то это рассказываете. Дальше начинают вот эти 10 человек тоже рассказывать. В итоге у них там тоже приходят люди, и уже в организации 100 человек. Давайте посмотрим, какая здесь будет картина. Если также они на 3000 рублей разместят какие-то покупки, да, свои, то в этом случае уже будет товарооборот на 300 тысяч рублей. Посчитайте 10%, да, это уже 30 тысяч. Так, 30 тысяч ваш доход. Неплохая цифра, неплохая. И каждый из этих людей, да, каждый из этих 10, из этих 100, все имеют 20% скидку на продукцию. То есть, если они хотят, они могут быть просто потребителями продукции качественного шведского бренда, напрямую от производителя, 100% защита от подделок, да, потому что нет посредников никаких. Либо же они тоже начинают рекомендовать продукцию другим, строят свою клиентскую партнерскую сеть и вот таким образом начинают получать вот такие доходы. Ну, всем пока и до новых встреч!